Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 149 упражнение. Необходимо прочитать текст, списать, ставить пропущенные запятые. Итак, мамина родня жила в деревне. К ним я приезжал на каникулы. Бабушка держала корову. Из хлева, который был соединен с домом, слышалось, как корова вздыхала, перетирала сено, дышала. Сам дом был стар, но очень прочен. Хотя и срублен лет еще 50 назад. В доме всегда топилась печь, а в ней томилась крынка топленого молока, запеченного до коричневой корочки. На столе духовитой горкой пирожки. Да чего вкусны, аппетитны, румяны. Бабушка строгим голосом выговаривала мне, что я тощ, не кормлен, не поен, вид у меня болезнен. Но за нарочитым ворчанием угадывалась такая любовь, что я уплетал этих пирожков раза в два больше, чтобы только ее порадовать. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если вас интересуют какие-либо вопросы, задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.